Ну да, готов. Только, блин, я забыл. Я кое-где просчитался, секундочку, сейчас. Так. Ты скажешь, что объектов не видишь, но потом ты все увидишь. Ну, это, конечно, прикольно, то, что не по уровням и уже лагает заранее. Так, смотри, вот сейчас я, короче, тогда их томлю. И это, предупреждение имеется, сейчас ты телепортируешься куда-нибудь. Не отсюда, а куда-то. Вероятнее всего, за спину к Тенириевым. Получается, раз, два, три. Так вот. У меня синегривы с закрытыми глазами стоят. Четко. Эту... как это называется? Честь тебе, нажми на кнопочку, подойди. Здесь? Да. Yes, I'm back in again. Сейчас отправляемся. Ага, та самая дорога. А, блин. Чего? Да я... мне... меня синегриво облепили Ютика, и он застрял в них. Пойдем. Погнали. Офигеть, тут лагает. Лаги, да, имеются? Очень жесткие, у меня FPS 5. Думаю, я сделаю вот так вот. Все, погнали. This is where you fall to your knees, just like all the other ones. Please, please no, I don't want to die, etc., etc. Gone, beg and plead. I promise I won't think less of you. Don't imagine I could think any less of you. Ну его фигачит, короче, да, раздвоение личности. I mean, honestly, чтобы у него раздвоение личности было. Я бы такое не назвал бы раздвоением личности. You're like a vole that tunneled into an abattoir. And I'm afraid it's far too late for you to try scurrying back out again. Seems pretty sure of himself, huh? О, а теперь я. Нас телепортировали, отлично. Давай, садись на жнеца быстро. Пытаюсь. Лагает очень. У меня жнец меня не слушает. Жнец в бой пошел. Давай, беги к нему. Пытаюсь. О, сел. Очень лагает. Че, я должен щупальца убивать? Я чувствую, эту сцену буду пересматривать у кого-нибудь другого, потому что, ну, лично у меня вообще жестко. Я, в принципе, понимаю, в чем твоя претензия.
Лагает. А они типа ваншотные? Что, щупальца? Нет, не ваншотные. А вон там типа наш друг в кухне, да? Ну, типа того, да. Да, очень много объектов. Oh, we all want to talk. How long has your latest puppet here even been thawed out? У нас, короче, задача, кстати, если ты вдруг не понял, нам нужно сломать было 4 эти штуки. Ой, я не помню на самом деле сколько, но там, короче, сколько-то щупалец нам нужно сломать. Теперь смотри, ты где? Там бегаешь? Да. Беги, короче, сейчас смотри. У него узел открылся, нам нужно его убить, понял? Mm-hmm. Видишь узел? Узел? Да, там Рохвилл. Ну. Вот иди, и надо тебе его набить лицо. А, вот сюда, да. То есть его несколько. Да, его несколько. Во, отлично, все, мы теперь... Мы запустили эту тему, короче, мы не можем нанести урон. Иди в середину ко мне. Скажи, что ваше оружие бессильно против меня, а ты всего лишь муравей и тому подобное. Так что давай. A god, Rockwell? Ugh, all this power really has gone to your... heads? Теперь опять надо щупальца грызть, да? Нет, нет, не надо. Сейчас, короче, вот из этого контейнера посередине появится мех. Ну. Но тебе нужно вылезти из жнеца. Стой, 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 не двигайся. Че, не надо идти этого гасить? Нет, не надо. Смотри, беги, короче, туда и... И садись в меха. Так лагает то, что такое ощущение, как будто лучше тебе сесть. И, ну хорошо, ладно. Я тогда тоже сяду. Не, ну я могу попробовать. Садись, давай. Сел. Опа. И теперь, короче, целись в Рохвелла и зажимай ПКМ. Жесть. Теперь можно покидать меху и возвращаться обратно. Вот это, конечно, лаги. А это что такое? Это жижа, которая тебе должна дамажить. Сюрприз! I've been making my own people! My new children! Нам нужно опять, короче, уничтожить 6 супер тентаклей. Oh, just look at them go. В принципе, для этого можно даже воспользоваться мехами, чем я, собственно, и займусь. I needed a new crew for my ship, since the original ones were torn to pieces. Ну, я понял суть мехи, лучше больше не будет спускаться. Но финальный удар я, короче, тебе предоставлю, если что, пойду. Умри! А дети... Я что-то пока не вижу там этих всяких выживших. А их убивают наши синегривы. Их призывают искатели. Я думаю, ты скоро их увидишь. Really? Another puppet show? Не, ну интересная арена, но слишком лагающая. You're only making it worse for yourselves.
Нам, короче, так нужно 4 узла сломать, а потом убить самого Рокула. Умри, чел. They do say the third time's the charm. Ой, он сильно, кстати, меня повредил своими шипами. Второй мех тоже есть. Ничего страшного. You're vermin. Rodents nipping at my ankles. О, меня выжившие напали, кстати. Можешь развернуться и посмотреть на них. Нифига себе. Это огромные кенты с мечами. Офигеть. Кстати, как, живой? Посмотри на свое здоровье. Ой. А вот посмотрел, увидел то, что хпшка-то резко куда-то ушла. Сколько у тебя? Я мясо пахал. А сколько у тебя хп-то было? Ну, был фулл, стало 1/4. Ёб твою мать, ну ты живи. Нам осталось еще немножко. Живу. Потом дело будет за тенегривыми онли, я пойду ими командовать, а ты... Ёмазэй. Final chance to grovel. Maybe. А надо было хилки делать. Дед не уйдет, не ссы. Можешь бежать к выходу, кстати говоря, к воротам, если так будет легче. А, ну давай. You really couldn't just cooperate and die. No, 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 not you, no. You insist on surviving and making a nuisance of yourselves. Так, мне нужно вот этих вот ребят с собой забрать. У меня что-то не хилится хпшка. Живи только, главное. У меня 11 хп. Из 100? А ты качал его хотя бы? У меня тогда было... А, прикольно. Ну теперь где... побольше, типа. Слышь? Да. Это... Лейся же неса? Блин. Надо бы тебе... Короче, я думаю, ты сейчас немножечко похилишься, пойдет. Mm-hmm. Ну еще, как тебе, уже лучше? Ну... Нет. Блин, ну ладно, тогда смотри. Главное, живи, сиди на жнеце. Мы тогда идем в бой. Болей за нас. Давай. Ну я вроде хилюсь немножко. Sorry, mate. I gave it everything I got. I don't have any more primary energy to power the exomech again. Короче, экзомехи сломались. You really are, Helena Walker. No one else has ever been so singularly irritating. No, not her exactly. Not all of her. But maybe enough of what counts. Now that we've arrived at the threshold of my new dominion, I can afford to give you my undivided attention. And this is where your little game comes to an end. Тут, кстати, больнее всего приходится. Ты как, нормально? Да, вроде пока держусь. Ну самое страшное, это вот эти вот кислотные облака, которые еще после себя жницы оставляют после смерти, которые наносят урон здоровью. Это хрень станет. We'll see who trapped.
I will not allow you to spoil my ascension, my godhood. Generations put all their hopes and dreams into this mission. Жаль то, что перевод не полный. You don't belong here, and we won't allow you to steal their future. Можешь двигаться сюда. I am their future, damn you! Знакомая, кстати, из трейлера фраза. You, your survival ends here. Is that desperation I hear? Вон, экзамен. Твой выход, Ань, давай. All right, I'm using all my reserves. The X-Men are back online. One last time. Get in. Выстрелить в него. Да, давай, последний выстрел. Вставляю за тобой. Не говоря, надо было им дать договорить, иначе тут катсцена, в принципе, сцена, этот диалог очень сильно ломается. А, ну ты бы сразу сказал. Блин, ну да, я чуть забыл, сори. Ну стой, отпусти, 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 заново выстрели. Я понял, что это было. Нам нужно было вдвоем выстрелить, потому что все люди должны были сесть в мех и выстрелить его. Simply put, Rockwell's embedded himself too deeply into the ship's primary systems. They're failing along with him. There's only one way to ensure this all ends here. Sorry, Nate. I can't come with. And I'm almost out of time to back myself up. You'll do just fine on your own. You're a survivor. Still here, staying behind to gloat. Edmund, I'm here to help you end this nightmare. You did this to me for wanting the same power she squandered. Well, I've survived worse. I promise you, I will find a way out of this. I will. No, you won't. It's much too late for that. It's so bright. I'm afraid. Shh. Show me. Survivor, this is my last message to you, to be relayed in the event of my deactivation. I was only an artificial construct when we first met. Just a shadow of someone who lived a long time ago. But in our time together, I got to become something new. Someone new. Not Helena,
HLMA. Thank you for that. I wish I could find the words to tell you how much it meant to me. Human language is so imprecise. But I need you to do something else now. Find your own path. Your own destiny. Build a new world here. A better world. And who knows? Maybe two lost souls can still meet again somewhere. Out among the stars. Goodbye, my friend. Так, надеюсь, тебе понравился данный ролик. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай писать комментарии. Всем удачи и всем пока.